Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна, я ведущая телеканала CGTN Русский. И сегодня из нашей студии дополненной реальности, по-праздничному оформленной, я проведу небольшую программу, посвященную традиционному китайскому празднику середины осени. Что же это за праздник, спросите вы? И предварить нашу программу и ответить на ваш вопрос я хочу поэтическими строчками знаменитого китайского поэта Ли Бо. Чуан цян минг юэ гуан, и ши ди шан шуан, дю тоу ван минг юэ, ди тоу си гу сян. Есть прекрасный перевод на русский язык этого стихотворения. У самой моей кровати лежит от луны дорожка. Быть может, это иней, я сам хорошо не знаю. Я голову поднимаю, смотрю на луну в окошко, я голову опускаю и родину вспоминаю. В этот день они мыслями обращаются к своим родным, а напоминает им о родине как раз диск полной луны. Они смотрят на луну, едят традиционное китайское кушанье, лунные пряники, и мысленно они встречаются со своими домашними и родными. Вот такой поэтичный праздник. И прежде всего я хочу поздравить вас всех с праздником середины осени и скажу это также по-китайски. Чун цю тие куай ле.